Это гелик на Новый год. Это максимально экологичный стиль. Блин, прикольно. И коня на скаку остановит. Да, и гелик обклеит газон. Машина года, тюнинг года. Я теперь хочу загорать на твоем гелике. Вы что, больные? А какого цвета он, мужики? Газон, блядь, дорогие зрители, добро пожаловать на канал Блондинка Драйв. Сразу ставьте лайк, подписку, вот потому что вы видите вот это сзади. И если вы оформите подписку и колокольчик поставите, это означает, что вы будете видеть такое, а может быть что-то еще похлеще и более непредсказуемое каждую неделю. Поэтому не забываем, пожалуйста, такое важное действие сделать. Итак, что будет в этой серии? Мы сейчас прямо выгоняем гелик на улице Москвы и едем по самым людным улицам. А потом мы покажем этот гелик блогерам, которых вы знаете. И это будет очень весело. Поэтому досматривайте ролик до конца. И поехали! Женщина в отношениях – это абуза. Мужчине нужен мужчина. Это база. Да, нет, это твоя половинка. Вы должны гулять за ручку по патрикам. Сейчас мы доснимем и пошли. Приехала в цитадель светской жизни, а именно на Патриаршие пруды. И, как вы видите, здесь очень много реакций, потому что здесь абсолютно разношерстный люд, очень много и супербогатых людей, и просто гуляющих молодых людей. И, конечно, реакция каждого, она дико впечатляет и дико заряжает. Когда я вижу, как люди улыбаются, смотря на это, я, блин, заряжаюсь в 1000 крат больше, чем даже они. У нас next day, и сегодня я показываю гелик своим близким людям. И первый близкий людь — это Мишель. Я знаю, что она вам очень понравилась в том видео, где она раздевала гелик, и вы просили ее еще. Вот я вам еще всем и даю. Привет. Да, так что сейчас мы Мишель поставим спиной вот на эту дорогу. Я подъеду вплотную, постараюсь не сбить. Но если что, пожалуйста. Он мягкий, ничего не будет. Пойдемте. Че, поворачивайся. Все? Да. Можно? Да. Какой! Прикинь, да? Блин, очень прикольно вообще. Прям такой йети, но только не снежный йети, а летний йети. У тебя оса сзади большая, очень большая. Она, смотри, она подумала, смотри, что это трава. Потрогай его, прямо обойди со всех сторон, посмотри. Ой, 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 она думает, что, смотри, она реально думает, что это. Она ищет там цветы. Реакция осы. Да. Так, можно? Бимуи, можно у вас, пожалуйста, взять интервью? Что вы думаете об этой траве? Эй, хватит, тормозите уже, что по кайфу делать? Я хочу посмотреть назад. Давай, let's go. Блин, вообще,
Слушай, идея задалась. Очень прикольно. Мне очень классно. Причем я боялась, что он будет слетать, и поэтому знаешь, что сделал Игорь? Он просверлил запаску и сюда шурупы, видишь? Саморезы сверлил. Игорь! Нет, ну вообще, мне очень нравится, прям. Мне кажется, что он даже освежился как-то, да? Да. И на самом деле он будет меньше пачкаться, это очень хорошо, меньше геморроя. В общем, все, ставим шезлонг и едем загорать. Ой, ну вообще, ну красота, красота. Лепота. Я знаю, что я хочу сделать. Я хочу залезть вот сюда. Тише. А как залезть? А куда ты собралась? Загорать? Да. Просто мы собрали тут уже зрителей и целый этот... Мишель, пора худеть, лето скоро. Блин, вообще. Так, сидишь? Хорошо. И как будто, знаешь, такой оазис прямо посреди Москвы. Слушай, петуни надо посадить. Пету что? Петуни. Такие аккуратные, плотные шапочки. Обратите, пожалуйста, внимание на эту очаровательнейшую петунию. Я считаю, что Мишель больше шарит за цветы, чем я, поэтому она будет заниматься ландшафтным дизайном. Буду заниматься. Вот сюда вдоль, вот сюда бы. Я прям, знаете, такие горшочки коричневые есть, вот так вот бы прям вот так вот расставила их, чтобы вот так вот гиацинты росли какие-нибудь. А на что мы, прости, эти горшочки крепить будем? На шуруповерты. Прям на шуруповерты. Извиняюсь, на саморезы. Один и горят, сейчас просто перевернулся в кровати, мне кажется. На саморезы или на титан клей. Сейчас мы поедем показывать еще одного человечка. Держите руку на пульсе. Гели, когда он заглох. Ты что, барбос надо глох отмыть? Пойдете, мы покажем? Здорово. Привет. А вот это вообще качество. Это прям как-то мысли. А скажите, пожалуйста, это не с моего огорода? Давай колорадского жука загоняй. Ну а что, цветочек, можно задуваться, что ли, посадить? Вообще можно его скурить. Старичок, смотри. Так. Я имею в виду медицинских целей. Во-вторых, можно мне в тете на дачу его поставить. Она давно хотела газон. Я приехала на следующую локацию. Здесь я буду показывать гелик своей подруге Саше. Это девушка Никитос и просто классная девчонка. И я думаю, ее реакция тоже будет прикольной. Вот эта девушка выходит. Так, не, смотри, смотри туда, туда, смотри, туда, смотри, туда, туда. Иди сюда, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Вот она красотка, красотка такая вышла. Так, не смотри туда. Я буду тебя вести спиной, ладно? Доверься мне, давай. Все хорошо. А я, кстати, не видела, я когда вот так сейчас повернулся, я глаза закрыла. Как ты думаешь, какой он? Какие у тебя предположения? Ну, ты мне вчера написала, что ты спилила все ногти. Я подумала, что он состоит из бревен. Вот это не гибкость, да? Что ли, бревно какое-то или что, блин? Так, а теперь можно поворачиваться. Давай. Боже мой, почти бревно! Ангелин, я вообще не могла даже подумать, что это будет трава! Блин, офигенно, это прям газон! Смотри, какая запаска, запаска, смотри! Это офигенно! Если честно, даже хочется туда наверх залезть, и как будто ты на лужайке такая лежишь, загораешь. Мне кажется, у них одинаковые мысли с Мишей. Вот вы будете, походу, вместе на шезлонге там лежать, а я буду вам коктейли готовить. Потому что это газон-то офигенно, реально. Он же такой яркий. Десятибальной шкале? Сколько ты ему дашь? Десятка, конечно. Блин, я просто не жалела, что у меня даже такая эмоция будет. Я заранее такая думаю, так, ну сейчас я выйду, посмотрю, такая, о, прикольно. Типа я такая, меня типа разорвало прям очень сильно, прям не знаю почему. Как ты думаешь, во сколько мне обошлась оклейка пушистика, и во сколько мне встала эта оклейка? Ну, давай, допустим, 150 тысяч. 150 тысяч за газон? Да. А за пушистика сколько? Блин, а что дороже? Ковер, наверное, дороже. Я посчитала, что сотка стоила оклейка, 180 стоил ковер, и еще 30 тысяч, короче, где-то 310 тысяч мне обошелся ковер. Ковер. Эта штука мне обошлась 60. Так мало! Блин, а я думаю, газон дороже, чем ковер. Я думаю, ковер, наверное, 1100. Но выглядит подороже, наверное, и более долгоиграющий. Спасибо, вот, что показала одну из первых. Так классно! Он такой классный! Обними его на прощание!
Он еще такой чистый, прекрасный. Я знаю, что ты над ним будешь издеваться, малыш. Ты выдержишь все в этой жизни. Знаешь, что мы его погоним на автобус. Мы приехали на следующую локацию, и тут меня ждет один человечек, которого вы знаете. А попробуй что-нибудь сказать, они узнают тебя по голосу? А, слушай, а там типа знаешь, что там у дедушки в тракторе на самом деле было? Да? Короче, это ваш любимый баклан. У меня есть друг, он очень на меня похож. Это Коля. Да. На самом деле мы вообще давно не виделись. Короче, мы не виделись, но Коля поднялся на ВБ. Спасибо, Татьяне Бакальчук ушел от меня, за это не спасибо. На самом деле хочу показать Коле гелик, потому что, как вы знаете, у Коли очень классная реакция, и у него очень классные словесные перлы. Я хочу посмотреть, как он на него отреагирует. Очень классные, в комментариях всем они нравятся. Типа все обычно говорили, что типа... Какое говно, меня оператор. Да, типа убери его нафиг там и все такое. Но когда работаешь с Ангелиной, количество эмоций, всяких штук, которые происходят, оно просто бум. То есть у меня сейчас этого не стало, и я прям даже немножко грущу, потому что, может быть, именно от активности это выглядело типа слишком как-то наигранно, но по факту это типа были реально какие-то вау-штуки, которые тебя впечатляют. Искренние эмоции. Коль нам будет помогать снимать Е-38, поэтому его вставочки вы еще услышите. Типа мне не смотреть, да? Типа да? Вот знаешь, другой что, рукой, другой рукой сделай, да. После съемок с тобой я должен был обращать внимание на всякие там М-ки, какие-то гелики, крутые тачки. Знаешь, на что я смотрю и реально рассматриваю? Хедай-седай? Нет, трактора! Ну не верится. Ты что, серьезно? Да, типа Беларусь, короче, там МТЗ-80. Ты такой сразу думаешь, надо скинуть Ангелине, типа, хороший вариант. Да, вот я буквально сейчас, типа, увидел прям такой, ну, хороший. Нормальный трактор? Так, на счет три ты поворачиваешься. 3, 2, 1. Давай. Вы что, больные? Он же только что был плюшевый. Ты хочешь сказать, что ты сама это сделала? Да, мы это с Игорем сделали. Скажу так, типа, мы обсуждали идеи, и мы созванивались с Ангелиной по поводу того, что с ним можно сделать. И примерно, типа, у меня была информация, но, типа, это выглядит прям реально нормально. То есть я предполагал, что все, что они будут делать, да, это будет лютый тяп-ляп, но по факту это выглядит красиво. А иди сюда, я тебе запаску покажу. Да. На самом деле, знаешь, на что это похоже? А, тут еще локация? Так это же, подожди, это же, типа, это гелик для Хазбика, чтобы он смог наверху это гелик, играть в футбол. Это гелик для как раз того видоса с Настей Туман. Блин, да, реально, это же футбольная тема, и мы играли с Настей Туман в футбол. Это выглядит как инсталляция к рестику, и вы здесь как раз рядом с рестиком стоите, это выглядит как будто типа они специально... Живая изгородь. Да, типа они специально сделали, знаешь, как развлекало его такое. Надеюсь, что вы были рады видеть Колю у нас в гостях, и вы не будете не против, если я его буду брать к себе в видео иногда, с вашего разрешения. Спасибо. Еще у нас тут один дружочек красивый с машинкой, с мустангом таким закрался. Короче, Соня просто проезжала рядом и приехала просто... Приехала поезд депо, и тут я вижу это. Просто такая скидывает мне фотку в телегу, такая типа, это что, это класс? Я теперь хочу загорать на твоем гелике. Я хочу напомнить, кстати, что я показывала свой пушистый гелик Соне тоже. У меня тоже реакция была типа, чего? Блин, офигеть. А он стирается? Гелик огонь. Пойдемте, покажем ей запаску. Пойдем. Что, у нас будет чемпионат мира по футболу? Или вот что? Я как-то взываю, инициирую это все, чтобы он поскорее как-то у нас снова случился. Вообще, изначально идея была, чтобы Хазбик поиграл у меня на крыше в футбол. Мы даже купили туда ворота. И да, мячик маленький такой, знаешь. Пожалуйста, позови меня, когда это будет. Хорошо. Я очень хочу нас смотреть. Очень круто. Но мне кажется, это классная идея. И мы будем его как бы апгрейдить. То есть у нас еще есть 2 недели, чтобы его прокачать максимально сильно.
Что бы ты добавил в него? Кроме шезлонга. Бля! Сланцы на нее с гвоздем прибить. Ну, типа то, чтобы все думали, что тут сейчас сгорать едешь. Типа это что-то дачный, дачный стиль такой. Дерево там посади наверху. Да, тоже хорошая идея. Прям в горшке и на саморезы тоже приклею. А что, если по его периметру протянуть шланг и тоже припаять его? И он будет ехать, да, и поливать машины. Машины поливал? Тогда придется отсоединить футбольный мяч, потому что он будет не в тему. Прикинь, вместо него сделать шезлонг. Бочонок? Ну, типа так, зонт. Короче, наоборот, ты поняла? Мне кажется, тогда точно инспектор ГАИ скажет мне, ну, 12-5-1 тут вообще конкретный такой. Пятнашка видео. Пятнашечка. Его можно быстро убрать. Но чтобы нам простили все грехи, мне кажется, мне надо будет ехать на пассажирском сиденье вместе с Соней. Нет. Наши красивые глаза, в них посмотришь и все простишь, знаете. Блин, спасибо большое. Все, спасибо большое. С этим армией, с тюнингом сколько стоит, девушки спрашивают? Тюнинг 50 тысяч. Долларов? Так, я продаю, первая цена 50 тысяч долларов. Дальше только больше. Следующий день и следующая реакция. И сегодня я буду показывать этот гелик своему любимому человеку, а именно Диме Гордее. Посмотрим на его реакцию. Она немножко проспойлерила мне цвет. Цвет зеленый, я знаю. Так он меня не собьет, подожди, я боюсь просто. Раз, два, три. Воу! Это гелик на Новый год! Если такой гелик сделать на Новый год, то можно было гирлянду его сделать, была бы елка. Белый только, чтобы с разноцветными ездить. А блин, ну он намного круче, чем белый пушистый. А ты посмотри на запаску. Да. Ты помнишь наш пуфик? Короче, я спросила у Димы, можно ли нас взять пуфик на растерзание, который мы покупали в дом. И типа Дима такой, стоит 3000, можно. Не, ну прикольно. Надо его к чему-то привязать. Либо к футболу. Можно сделать белые полоски, чтобы он был как футбольное поле, или к елочке. Наверх у нас есть, знаешь что? Сейчас покажу. Это маленькие футбольные ворота и мяч. О, да, 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 да. Под размер хазбика на крышу. Прикольно. Я бы еще какой-нибудь мяч на капот сделал, может быть. Но это классная затея. Да, мне это не больше нравится. Ну, Илюха у нас специалист по стилю. Илья чуть-чуть подофигел. Там из Амстердама. Я просто там на фестиваль тюльпанов не успела. Но мне больше нравится, чем белый был. Он более аккуратный. Особенно, знаешь, мне нравится? Видно, как будто салон такой, знаешь, по-богатому выглядит, такой зеленый. Когда смотришь на белый, ты понимаешь, что ему как бы при первом дожде смерть. А на этот смотришь, и кажется, что как будто все ок будет. Тебе надо эти брызгалки сделать фонтаны, знаешь, как на газоне. Надо сделать, чтобы в стекло, знаешь, когда смотрит, ну, не знаю, кто смотрит. Вместо отвернись, да? Да, вместо отвернись. Сколько, как вы думаете, денег ушло на его клип? Ну, наверное, 1050. 60 тысяч, включая материал. А сколько ушло на пушистика? Ну, сотка, наверное. Больше, я думаю. Больше? Сколько ты думаешь? Ну, сколько? 310 тысяч. Да? Да. А это 60 тысяч. Но мне это больше нравится. Хотя Грин говорит, что всем больше нравился пушистик. Блин, ну он офигенный. Он реально офигенный. А он милый? Или какие чувства он тебя вызывает? Милый, милый. Я говорю, мне он нравится больше, чем пушистик. Хотя я ненавижу зеленый цвет. И сейчас зеленый блин, стоит. Ну, это я надел ради тебя. Сколько баллов из 10 ставить? Ну, давай 8. Чтобы был запас на будущее. У тебя еще 3 воплощения. А десятка что? Он должен превратиться в М3Е92, что ли? Да. А какого цвета он, мужики? Вот я не понимаю. Зеленый, но... Буквально за неделю новость о зеленом гелике-газоне разлетелась по Москве и всей России, собирая миллионы просмотров и тысячи комментариев в СМИ и популярных соцсетях. Шпината, так теперь временно зовут Гелюню, полюбили все, включая сотрудников ДПС и полиции. Я правда очень и очень рада, что шпинат доставляет нереальные эмоции всем, кто встречает его на своем пути. Это дико круто. Спасибо, хорошего мне. Спасибо. Приехали показывать наш гелик в Арпачу. Ищем его машину. А, вон она, смотри. Тоже зеленая. Я запрошу навсегда, и мне реально очень ценна первая эмоция. Я пока просто смотрю в землю, правда. Пытаешься сценицировать, что ты его еще не видел? Я не видел, привет. Привет. Можешь смотреть. Это что, футбольчик? Я не знаю. Слушай, каждый твой гелик сначала пушистый, теперь зелено-волосатый пушистый. Это футбол ты сделала? Это типа, да. О, иди сюда. Это медиа футболистов сюда пускать?
Вот. Слушай, это максимально экологичный стиль. Твоя шкала крутометр какой? Сколько даешь баллов? Слушай, знаешь что, я оценю это так. Что можно было сделать после пушистика? Когда у тебя саморезы, тебе нужно точно что-то накладывать сверху опять на гелик, чтобы не было видно. Ну как бы ты пленку виниловую не наложишь. Когда пушистый гелик был, там же были саморезы прям. Так и здесь тоже. Да я уверен, что не есть, выглядит пиздато. Но вот эта экологичность, это классно. Это же газон просто, да? Это который продается такой, знаешь, на участок. Как ты думаешь, что дешевле обошлось, поклеить его в газон или в плюш? Газон. А на сколько, как думаешь? Мне кажется, ковер дороже стоит. На сколько? Ну, 1100 разница, наверное. В 5 раз дешевле. Вот этот? Да. То есть это обошлось... Экологичность. Да. Электродвигатель еще сюда поставишь, вообще просто буду на коленях стоять и вот так молиться. Блин, пизда-то выглядит. Что добавить к нему, как думаешь? Футболистов. Аж люди с окна орут. Я думала, там кто-то выпрыгивает. Футболистов? Да, просто футболистов. Вот сюда пускай играет в футбол. Не знаю, чеканит что-то. Карликов? Ставь лайк, если считаешь футболистов карликами. Блин, ну мячик сзади есть. Я даже не знаю, что еще, какая ворота. Ворота уже куплены, и мяч тоже. Осталось только Хасбика пригласить меня. Это, знаешь, такая идея, которая прослеживается лейкмотивом через все серии с этим геликом. Это было бы идеально, конечно, с Хасбиком. Что самое безумное мне пришло в голову, просто сюда ворота накрепить и мячик на веревочке. Каждый раз, когда ты будешь тормозить и газовать, он будет туда-сюда типа летать. Полбашу мне. Ну, прикольно, мне нравится. Прикольно. Все, давай, спасибо. Все, давай, пожалуйста. Хорошего дня тебе. Тебе тоже. А это не твой Кент был, который Нет, там кричал? Я не знаю, кто это. Это была не постановка. Ну, правда. А мы едем дальше. Блин. Давай, привет. Привет. Привет, привет. Вы узнали лицо, не буду его презентовать никак. Это Вадим из мастерской синдиката. Человек руки-ножницы, я его так называю. Знаешь, есть такой советский автомобиль, называется ГАЗ-53, его еще в народе называют газон. Это ж реально садовый газон, да? Да, он самый. Прикольно. Как ты думаешь, во сколько это стало мне? 30 тысяч рублей. Не материал, а все под ключ. 50 тысяч рублей. 60 тысяч вместе с работой. Ну, я просто этой фигней занимаюсь каждый день, как бы, поэтому я... Действительно, что я спрашиваю просто, как у этого? У математика спросить 2 плюс 2. Блин, прикольно. На самом деле, Ангелина — это вот феерический просто человек. Я поражаюсь иной раз. Вот это, знаешь, вот эта машина, это, по сути, знаешь, такой бульдог. Все его воспринимают как такой злой, мощный. Она просто взяла бульдог и надела сверху бантик. Вот ушки, блин. Ты знаешь фотку змеи? Да-да-да-да-да-да-да, я вот это и представляю, когда вижу эту машину. Просто, блин, то газон, то пушистик, то еще что-то. Очень клево. А что лучше? Пушистик на тактильность был прикольней. А этот прикольней внешне. Слушай, а что добавить, как думаешь? Прям посадить цветочки. Ну, не как на могилку такие, а вот типа... Главное нечетное число. Красивые, да. Во что бы ты его одел? Я даже не знаю, у меня настолько вот стереотипное мышление, что гелик должен быть черным, брутальным, так и так далее. Ну ты не издевайся, ну в завод сделай уже, пожалуйста. Нет. Вот, ты вот. Говоришь нет? Нет. Вот ему надо быть каким-то странным. Хейтеры, вы слышали это? Мне пишут все, типа, что ты его не восстанавливаешь, почему ты его гробаешь? Мастер говорит. Нельзя. И вот если ты хочешь привлечь внимание на гелики, все покупают гелики, катаются на них, типа такие бандиты до хрена. Вот как должен быть выглядеть гелик, чтобы он привлекал внимание. Мне надо свою студию открывать, типа делать G-класс, G-Rust, типа Grass Edition. Еще вот здесь просто делаешь металлический шильдик, блондинка Ангелина и роспись. Все, это коллекционная машина. Все, спасибо. Сейчас, короче, я буду показывать гелик Стелярову Лёше и Никитосу. Вот, кстати, для сравнения, ключ от нового и вот ключ от старого. Мне нравится вот этот ключ. Это что, это ГЛОНАСС? Что это такое? Это ключ от старого, хотя похоже на Volkswagen Polo, да? А на нем собаки не мочатся, как на газон, реально? Ну, я не видела. Я надеюсь, что не мочились, но что сам кто-то уже на капот клал. Слушай, лужайка прям. Мне больше всего нравятся рамки вот эти вот. Они какие-то такие уютные стали прям. А как ты думаешь, сколько его клеили? Ну, за 24 часа успели, да? За 15 часов я своими руками клею. Реально? Да. Сама вот этими, маникюром. Вот этими. Даже Саня, маникюром. Реально, даже да. Нифига.
Вот есть, вот русских женщин, это самое сильное. И коня на скаку остановит. Да, и гелик обклеит газон. Сколько стоило мне это сделать? Вот, кстати, мне кажется, бюджетно. Мне кажется, недорого, 20-50. Ну, 35, вот я сказал. 50, да, Вадим? 60 тысяч рублей. Я думаю, что дальше, гелик полетит или что? А, я так понимаю, следующий по контент-плану у нас в оффроуд едем. В лес, знаешь, чтобы он, типа... Потерять его там, да? Это же гениально, просто сделать его таким же. Еще 24 часа. В зеленом поле гелик. Короче, смотри, в следующий раз деревом его обделываешь. И назвать его тумбочка. Он же реально его тумбочкой. Просто оклеить его. Табуретка, да. Идеально. Просто как цвет табуретки его обклеить. Надо еще поставить, короче, сюда вот знак с надписью «Убирайте за своими животными». И пакет. Подожди, а по газону не ходить. Вот это пузик на колесо, это топ, конец. Все, ребят, ставьте лайк. Конец ролика был? Это конец ролика был? Нет. А чего это было конец? Шоу? Это эпизода. Просто на всякий случай сюда надо подводить концовки. Просто на всякий случай, забыли, да? Да, подпишитесь на канал, миллионы в Катар поедем. Привет! Ты опять с цветами? Да что? И сейчас мы показываем гелик Андрею, как я и обещала. Андрей вот вышел, и сразу солнце вышло, вы заметили, да? Спасибо тебе большое за цветочки, за конфетки, мне очень приятно. А теперь сделай оценку. 10 из 10. Машина года, тюнинг года, детейлинг века. Вот к чему я приложил руку, что помню, к обоим этим частям. Чувствует, докасается до своей родной землинушки такой, чувствует силу. По-моему, с этой стороны. Ну, тут все четко, конечно, сделано. Я хотела провести с тобой какой-то активити, потому что мне кажется классно, что ты вызвался помочь. Тем более, ты аж два раза подарил цветы. Это, конечно, очень много значит для меня. Надеюсь, Дима не будет ревновать. А так, ты когда-нибудь учился дрифтить? Нет, не было. Вообще? Нет. То есть ты не знаешь, как дрифтить? Поэтому прямо сейчас мы перемещаемся на дрифт-площадку, сажаем Андрея за Mark II. Всем привет! Я Саша, и сегодня я Андрея буду обучать дрифту. Вот такая боевая бричка у нас сегодня будет под Андреем, и это Toyota Mark II 1JZ 350 лошадей. Я считаю, что это боевая машина, но тяжело в учении, зато легко в бою. Истина. Давай. Даму какую-нибудь посадил и поехал с ней. Блин, на самом деле, что-то переживает Андрей. Дрифт сам заключается в том, то, что здесь работа газа именно. Да. И правильным радиусом. Если у тебя правильная траектория, ты правильно работаешь газом, тебе даже рулить почти не придется. Угу. То есть начинаешь ехать. Перепернуло, да? У тебя так получается, потому что газ жмешь монотонно. Two hours later. На самом деле, я вот смотрю и прям охота самой покататься. Саш, ну что у него получается? Лучше всех учатся те, кто приезжает, и то, что они ездили на автомате. То есть те, кто приезжает и говорит, что он ездил на ручке, на механике, у них все в два раза быстрее происходит. В определенный момент нужен газ, но им надо играться. Mm-hmm. Вот. Как ты только это почувствуешь, то сразу начинаешь ехать. Че, пойдемте, я попробую. Вот на этой боевой бричке.
получился выпуск. У меня до сих пор запах жженой резины в волосах. И я слышу эти глистерские флешбеки. И это очень круто. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия. А мы будем снимать с Зеленышем продолжение обязательно. Я думаю, что в следующей серии вы уже увидите его в другом виде, в другом состоянии. И еще круче, чем он есть сейчас. Поэтому ставьте лайк, пишите комментарий. И также ставьте уведомления о выходе видео. Вам не сложно, а мне приятно. Каждого обнимаю. Берегите себя. Пока-пока.